Volvo 40 Cross Country, новая модель для российского рынка, и было очень приятно ее презентовать, рассказывать о ней, показывать. Наш новый продукт является максимально динамичным, интересным, эмоциональным и совершенно новым автомобилем Volvo. Участники с этим согласились, это очень здорово. Получили себе свободу. И все получили возможность действительно свободно проехать по маршруту, добавили такой некий дух приключений, который как раз несет в себе Volvo 40 Cross Country. И они этот дух, в общем-то, впитали, получили удовольствие, плюс испробовали машину в самых разных условиях. Все было построено в форме квеста, и это действительно интересный подход, и инновационный автомобиль, и инновационный подход. Сегодня нам было предоставлено организаторами возможность испытать полностью голый лед. Покрытие достаточно идеально именно для отработки каких-то контраварийных навыков. Экстренное маневрирование, упражнение ритмический занос и полицейский разворот. Наиболее, скажем так, правильные и полезные упражнения. Хорошая возможность сравнить автомобили. Восторге. Новая модель, она такую пощечину всему автомобильному миру в этом классе дала. С Volvo ничего не сравнится. Давно с ней работаем и будем продолжать. Это, ну, действительно самый интересный автомобиль. Хорошая управляемость автомобиля, ну и высокая степень устойчивости. Когда сидишь в машине, уже чувствуется класс, уже чувствуется мощь. И такое ощущение, что вот машина вокруг тебя собиралась. Очень приятно, что Volvo не экономит и продолжает держать марку. Вот это удивило. Volvo, как всегда, с точки зрения безопасности и технологий, впереди планеты всех. И это здорово. Я думаю, что оно будет очень хорошо продаваться. Я как организатор доволен. Что самое главное, что довольны участники. Сегодня очень много эмоций, все они положительные. Я просто в восторге, если честно, мне так понравилось. Здорово, необычно и приятно.